Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм «От города до места, мотая километры, горшок сокровищ вертится в башке». Дамы и господа, мое вам здрасте, добро пожаловать в наш уютненький дурдом на прохождение модификации на Зов Припяти Gunslinger Mod плюс SGM 2.2. Мы с вами в очередном ебанариуме мира. Оба-на, тут свет есть. Не, ну тут он уже и горит с 2007 года. Нормально. Вооружился я до зубов, не знаю, правда, зачем. Главное, что я в себе, дамы и господа. Экзоскелет с собой зацепил. Приехали. А куда мы приехали? А приехали мы... А хер его знает, патроны приехали забирать. Сейчас мы посмотрим. Попробуем, ребята, пройти на одном дыхании. О, патрошки здесь есть, трошки. Главная у нас цель какая? Главная у нас цель... Ой-ой-ой-ой. Спасти новохудоносров. Один уже ломится куда-то. О, тут у нас черти полосатые встречают. Нормально, дайте мне так хоть кого-нибудь убить. О, носатые поперли. Поперли, а я не предупредился. Это уже не есть хорошо. Сейчас мы так подставим, могут эти мазилы замочить. Как обычно меня, ну сами понимаете. Так, цель у нас, цель. СГМ тайники, конечно, обязательно. Первый я, ребята, нашел я здесь рядышком совсем. Начинаем с него. Надеюсь, чертей не завалят. Четверо пока. Ну, вроде все на месте. Только почему-то я запрыгнуть не могу нифига. Вот он, первый СГМ тайник. Правда, здесь хлама полно. Батарейки, которые мне нафиг не нужны, которые я уже давно отключил. Ну ничего, погнали. О, опять какой-то сорк, что ли, кто-то веселится. Где носатый? Скажите мне его. Главное, меня не зацепите. У них есть тут такая мания. Все по мне желают, норовят застрелить меня. А, это тут у нас тушканчики. Тушкан самый опасный зверь. Придется их как-то нейтрализовать. Нормально, а что все стали? Все стали, что будем продолжать или не будем? Веселуха продолжается, дамы и господа. Надо обыскать эту хрень. Смотрите, здесь у нас патроны, пистолеты не нужны. Будем все цеплять, наверное, продадим кому-нибудь в Припяти. Не знаю, что там есть. О, кого-то уже нашли. Ага. Мне оставили. Ну молодцы, красавцы просто. Блин, я в шоке. Ребята, так, а кто будет это делать? Неужели я? О, я. Головка от К-700. Так, ну ладно, первый тайник нашли, забрали безделушки. Хорошо, батареи к нам подкинули, не знаю только зачем. А дальше-то что? Блин, надо в сторону отойти. А то ребята шальные, и пули у них непонятно как летают. О, понеслась. Ребята. Так. Нет, у меня-то есть. Есть сохранка, когда черти все живыми остались. Никому аптечки не надо? Что, решил поизмываться, что ли? Так, куда мы двигаем дальше? Здесь же у нас тайники были. Сейчас ребята пока думать будут, мы тут соберем. О, аптечки пригодятся. Аптечки это нам надо. Так, а я артефакты-то повесил хоть? О, нормально все. Это для тех, кто не сможет, ребята. А мы-то сможем? Ну что, Бано, давай, показывай дорогу. Куда идем мы с пятачком? Тут в КамАЗе у нас был, я помню. Помню. Были у нас патроны. Ну, не знаю для чего. Слушай, а давай я лучше тебе покажу, а, чувачела? Может, я первый туда пойду? Смотри, у меня-то прибор-то покруче будет. Ой, не тот достал прибор, дико извиняюсь, ребята. Надо было другой достать. Тот у меня получше аномалия определяет. Смотри, дорогой, здесь пролезть можно. Ладно, пока тупица, ребята, тормозит. Блин, ставку главное, чтобы не залезли, смотрите. А может, за ними пойдем? А куда нам деваться-то, елки-палки, с подводной лодки? Идем. Ну что, прошли? Нормалайз. Здесь у нас второй СГМ-тайник. И вот здесь, ребята, это самое главное. Это наш хабар, который нам нужен. Только не знаю, зачем, конечно. Во, здесь, смотрите, что я нашел. Прицел штурмовой ночной. Забираем. Остальное, конечно, хлам можно было бы выкинуть. Но пока вмещается вроде бы. Так, а этот прицел. Вот она, ребята, его можно хищнику повесить. Оба-на. Теперь старый стал, крутой стал. Ой, бай, что это такое? Что-то я достал не то. О, теперь кого-нибудь можно шлепнуть. Нифига себе, вы гляньте. Так, он еще с прибором ночного видения. Вообще красота. О, джага-джага, понеслась опять, ребята, свистуны. Дайте. Ох ты ж, елки-палки, я чуть своего не замесил. Бывает же такое. Ребята постарались, смотрите. Кого-то поймали. Ну, за дверью, наверное, как обычно, кровосос. Похоже, в лоб не пройдем. О, чувак, смотрите, пошел. Ладно, дверь открывать. Нормальные герои всегда идут в обход. Да ладно. Ну давай, ты брат, ты в обход. А я. Опять я. Блин, да что ты будешь делать? Ну-ка, давайте-ка кровососа нам.
Ай, блин, лоханулся старый стал. Блин, кстати, ребята, серия будет сегодня короткая, мы только пройдем вот эту вот шляпу и все. О, понеслась. Ладно, ребята, вам ничего сегодня не достанется. Ну, раз уж по традиции я буду открывать, ну давайте тогда снова я открою. Где тут у нас снорки? А может химера будет, а? Как вы думаете, ребята? Давайте делаем ставки, дамы и господа. Жмем плюс-минус под видос. Ай, джага-джага. Хотел с одного патрона, не получилось. Ну ничего, может где-нибудь еще что-нибудь тогда вам. Да ладно, что там? Кого это? А, насадка. Снова хобота замесили. Блин, вот сейчас вот, ребята, месилово пойдет. Скорее всего, бургеры появятся. А может быть и нет, здесь у нас тайничок имеется. Снорки. Ой, блин. Не лезь вперед паровоза. А, где еще? Ага, джага-джага. Все приходится делать самому. От скотина, а. Из троих всех я завалил. Отправили к процам. А наши все на месте. Да вроде бы нормально. Бинтами запаслись, чуваки. Пойдемте, давайте патроны сначала заберу. Копыта и хвосты можно потом пособирать. Главное пройти вот эту вот клаку, ребята. Так, патроны, которые тоже нам даром не дать. Да и хрен на них. Будем собирать всякий хлам. Тут еще у нас в вагоне. В вагоне имеется кое-что. И вот самое главное, самое главное. Ну, сначала с носатыми, конечно. Носатый, здорово. О, джага-джага, смотрите, что случилось. Меня все-таки похоронили. Засада, прощелкал старый клювом, получил пиздюлятор по хохотальнику. Ой, елки-палки, нифига себе. Не в панике, черти полосатые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, так, наших еще четверо. Дай не зеркало. Блин, ух, вроде отбрехались вроде бы. Слава тебе, яйца, блин, все живые. Ну что, по второму кругу собираем патроны, блин, которые дам даром не знать. Самое главное, здесь СГМ тайники. Нифига себе, меня тут снорки загасили, ребята, забесили, вот это да. Откуда они вообще появились, я не пойму, откуда все повыпрыгивали. А, вон они, скотина. Так, не успеешь. Вон они, а вон она откуда, приперлись, а. Фух. Слава тебе, яйца, блин. Нам первым делом надо СГМ тайник забрать, дамы и господа, который мы сейчас собираем. Так, который по счету, я уже сбился их со счета. Блин, скалолазка моя, скалолазковая. Так, здесь смотрите, еще патроны имеются. Это хорошо, вот он, СГМ тайник. Тут всякий хлам, шмурдяк. Ну, раз шмурдяк собираем, значит будем все собирать, походу. Здесь вот патрончики должны быть для дроби. Ой, вернее, дроби для патронов. Вот и елки-палки. Старый совсем запутался. В общем, вы меня поняли, дамы и господа. Сейчас тут у нас опять нападение будет, скорее всего, на Новохудоносоров. Не по себе как-то. Так, черти, что у нас тут, походу? Опять я, что ли? Ну давайте, ладно, фиг с ним. Надо занять позицию, дамы и господа, иначе тут. Блин, не успел я, ребята, не успел. А, понеслась! Смотрите, джага-джага! Да, своих-то не зацепить-то, а? Всё, ладно, эти там, и надеюсь, будет с сами расквитаетесь. О-о-о, смотрите, семечки покатили, ребята. Так, ну чё, блин, теперь моя очередь. Оставьте мне шутка живности. Слушай, хоть этих хвостатых пощёлкать. Да? Да, а ты что, сомневался, что ли, ёлки-палки? О, здесь у нас уже можно, ребята, одеть экзоскелет. И вот эту вот носатую фигню. Блин, кстати, артефакты все повесить. А то не дай божа. Случай опасный, опасная ситуация. Сразу же фонарик. Так, нормалайсен. Давайте, наверное, по СГМ тайникам пробежимся. Вот первый у нас СГМ тайничок здесь имеется. Черти за мной бегают. Ну и хрен с ним. О, там еще, блин. Ох ты ж, нифига себе, видали, что я замутил. Винторез, дамы и господа. Так, друзья, товарищи. Нельзя это так оставлять. Хе-хе, понеслась. Лир попер. Ладно, мелкий бьет немного. Блин, да что такое? Что такое живучий-то, а? Мать моя женщина, никого не оставили? Ладно, вы пока здесь тусуетесь, ребята, а я пойду еще с один СГМ тайник заберу, пока тут монолит не набежал. Ну или кто тут, наемники, я не знаю, конечно. Так, вот он еще СГМ тайничок. Все, хорошечно. Так, походу вот этот шмурдяк соберем. Не знаю, нужен он, не нужен. У нас все равно артефакт прокачанный есть. Так что можно и артефактом воспользоваться. Блин, здесь же еще медуза есть, дамы и господа. Но сначала СГМ тайник. О, вот куда пощёль. Стоять бояться. Хе-хе, как тут написал в комментариях. А, борода, вернее, не борода, этот, как его, ну, короче говоря. Служил у Монолите нафиг. И попал к старому, и теперь своим мечком, и все на свете. И все не по феншую у нас. Вот он, еще один СГМ тайник. Все,
Вроде бы все забрали. Так, аномалия. Нам двери надо? 34-й по счету СГМ Тайник. Красотища, дамы и господа. Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Да ладно. А кто открывать будет? Я не понял, чего вы туда-то рассосались, черти полосатые, а. Так, там опять у нас какая-то бесило началось. Блин, наверное, надо где-то какой-то рычаг искать. Скорее а, всего... нашел дорогу. Да ладно, ну, ванну да дорогу нашел. А еще же мы не включили ванну, ты че, придурок? Так, надеюсь, контролер не появится. Ты это, если наверх полезешь, возле рубильников осторожней. Смотри, тут открыто все. Смотрите, у нас, дамы и господа, у нас засада. Ёлки-палки. Монолит попёр. А, джега, с одного ушла. И контакт. Блин, как же он долго перезаряжается, а? А, блин. Так, еще где-то есть. Лучше уйти из открытого места. Не, ну вроде бы раскидались. Мама дорогая, нафига я сюда залез, дабы господа, не знаете? Офигеть. Так, а интересно, а эта шляпа у нас здоровье поправляет, нет? Уйти с открытого места. Конечно, уйти с открытого места. Валим отсюда, валим. Если опять какие-нибудь приключения тут не найдем. Так. Ворота заблокированы. Кнопки рядом нет. Есть добровольцы смотаться в диспетчерскую и глянуть, нет ли там чего подходящего? Конечно, есть. К тому же здесь убежать, кроме как меня. Так, здесь у нас СГМ тайника. Есть? Тоже нема. В вагоне я смотрел, тоже нифига нету. Не, сначала артефакт, конечно, заберем. Ванну уже-то дорогу нам туда определил. Говорит, есть проход между аномалиями. А мы тут водочкой пока затаримся. Не знаю, все стояки соберу, не все. Хрен вам узнает. Так, ну что, Ванну, ты где-то дорогу находил, говорят? Старый сталкер нашел дорогу. И попал нафиг в клаку. Блин, бам-бам. Не успел. Ребята, ну ладно, вам поржать, а мне тут, как говорится, поебаться. Так, пойдем сначала здесь проверим. Черти, надеюсь, в аномалии не дохнут. Что у нас тут имеется? Опять водяра. Блин, со стаканчиком даже недопитым. Забираем, наверное, севу вторую. Не знаю, нужна будет, не нужна. Может быть, в Припяти торговец есть. Может, там что-нибудь делаем. Так, здесь СГМ тайник собрал вроде бы. А, ну да, ну точно. Блин, да все равно обход идти. Так что... Своим пичком погнали. Че, опять мне первому, что ли, тут нырять? Блин, надеюсь, снайперов никаких не заспавнится тут, походу. Походу, пьесы, как говорится. Че-то отгребать неохота старому сталку по второму кругу. У тебя аптечек до хера. О, че, вы сегодня охранять будете? Надеюсь, вы не такие тупые, как некоторые. Которые последние модификации делают. Так, все, сколько баблища подняли? 31 косарь. Ой, 31 рубль, вернее. Блин, здесь нету тайников СГМов. Ой, ну елки-палки. Что-то опасная ситуация, дамы и господа. Что-то случилось. Сейчас опять что ли снайперы будут? Снайперы! Ну точно. Есть контакт, первый пощель. Так, еще 6 руб. Да ладно, где там монолит? Готовы. Наши-то не все готовы. Блин, слава тебе, яйца. Так, кто-то еще есть, дамы и господа. Что, включаем пока? Так, путь открыт. Ага, идем? Вон еще, смотрите. Все, кто да собирается. Здесь точно смысла нет. Блин, как же мне не нравится вот это вот все, а? Так, 7 брыл уже, наверное. Ага, первый пощель. Или сразу двоих я ушатал. Он, похоже, что сразу двоих ушатал. Так, что кто-то есть? Кто-то хулиганит, дабы господа. Ага, вон он где, скотина, засел. Блин, бам-бам. Фиг его вырубишь. Нет, вроде бы все чисто. Блин, только где-то пятое рыло зависло. Ааа, джага, надо это самое. Надо как-то выравнивать ситуацию. Наверное, все-таки... Я, наверное, все-таки вал возьму. Можно было попробовать, конечно, еще штурмовую какую-нибудь винтовку. Да ладно, хрен с ним. Винторез пока подождет. Где-то... Ох, нифига. Ой-ой-ой. Опять старый стал творить. Залез в лаку мира, блин. Мама родная. Забываю я постоянно. Блин, где этот еще один? Один, скорее всего... О, тебя еще не хватало. И перезарядиться забыл совсем. Так, ты пока не отвлекай меня. Ага, вон, снайперюка сидит, смотрите. О, джага, есть, убил. Есть контакт. Что такое, в рельсах запутался, что ли? Блин, ну ладно, фиг с ним. Все, вроде бы свидетелей не оставили. Нормалайсон. Черти,
Вы за мной все своим пешком идете или как? Бырьяки уж торт. А, 4, все нормально. Я одного потерял, что-то у меня раздвоение личности. Ладно, собирать не будем. С них ничего, все равно ничего нету, нифига. Так, тайники СГ мы все пощелкали. Вот этого можно, в принципе, обыскать. Иди сюда, мой белый сахар. Где ты столько стволов, чтобы она собирал? Мама дорогая. О, смотрите, одного прищемило. Капец, нафиг. Так, еще одну силу подобрали. О, аж нормально здесь СГМ тайника нету. Нету вроде бы. Так, вон он, ну что, ты первый, наверное, да? Давай, своим пешком. Двинули? Конечно, двинули. Давай, ты вперед, а я потом за тобой. Блин, ладно, фиг с ним. Старый Бухоморов объелся. Ему пофигу. О, дробь. Вернее, не дробь, это жиканы, жиканы. Ну, кому-нибудь продадим, кому-нибудь столкнем. Так, здесь у нас попробуем сейчас хэдшоты выбивать. По-моему, зомбически появились. Опять? Опять по традиции старого сталку все самое вкусное достается. Все двери старые сам открывает. Это! Что такое? Хэдшот? Красота! Крысы. О, еще один, наверное, хэдшот. Нет, ранг все-таки повышен. Блин, так, черти вы куда? Мне же СГМ тайник надо забрать. Хлам опять всякий. Блин, продавать придется дофига. Ух ты ж, ё-моё. Может, гранату кинуть? А как вы думаете, дабы господа? Ловите лимончика, кто там у нас? О! Черти! Наверное, я когда-то был здесь. Так, опасная ситуация, опасная, дамы и господа. Так, шарки, наверное, попрут. Берем огонь на себя. Так, все живые? Вроде все. О! А эти вылез из норы! О, джега, глупил я ему все-таки. Ух, отбрехались. Блин, да сколько я уже? 35 СГМ тайников собрал, по-моему. Ага, ну все. Все как обычно. Ай-яй-яй-яй-яй, ну не вовремя ты, скотина ты. Собака ты серая. Не хватало еще тебя, блин. Ох, я в задницу зарядила. А что такое, что ты перезаряжаешься, эта скотина? А, влупили нафиг. Дали какого снесло, сдуло прям. Ладно, не до хэндшотов сейчас. Так, меня тут ласкают. А что у меня с принтором лазерным, вернее, за чего? Автоприцеливанием. Что-то вообще не пойму. Блин, бам-бам. Так, надо посмотреть, что у нас здесь. Здесь у нас патроны. Патронов трошки. СГМов нету тайников? Не, вроде бы нету. Но если что-то пропущу, ребята, то подскажите в комментариях. Надо что-то налево сходить. Ладно, налево мы успеем. Блин, подрихтовали старого, смотрите. И кисло так подрихтовали. Так, это что там такое? Это что такое? Ну и режем так работать. О! Ну хоть одного вынесли. А, джага. Гаси, гаси неверного. О! Бронежилеты загасили. Красавчики! Ребята, мы сделали это. А, пойдемте-ка еще что-нибудь соберем. Все, наверное, уже никого нету. Так, что у нас здесь? Здесь тайник должен быть. Вообще, по идее, здесь все. Ну точно, да, тайничок. Просочиться сможем. О, вот это вот мне нравится. Вот такой мне расклад нравится. Когда можно просочиться в эту щель. Не знаю, постоянно вот здесь что-нибудь тарили. Слушай, ты зачем возишься? Вперед идти давай. Слушай, Вано, подожди, дорогой. Я же должен все-таки собрать все на свете. Что ты там хулиганишь? Шумишь? Я там вам помог. Так, а теперь что, назад как? Хе-хе. Оказывается, в одну створку можно пролезть. Ну что, черти полосатые? Касатики. Погнали в Припять. Блин, надо с этих, по идее, все бабосики пособирать, весь шмурдяк. Все, как вороны собираем. Не, ну переносимый вес у меня бешеный, ребята. Здесь у нас, кстати, еще гранаты имеются. Вернее, всегда они здесь были. А, ну да, и в этой модификации положили. Все, зоо Припяти, все осталось. Красотища. О, а с этого оруженосца мы Велес взяли, который нам теперь в хэню впился. Так, военный. Тоже зомбированный, скотина. Как ты здесь оказался-то, а? Я вообще всегда удивляюсь, как они вперед меня проникают в туннели в эти. Так, ну и это соберем. Надеюсь, в Припяти продадим. Бабосики-то нам нужны, ребята. Нам еще инструменты надо где-то в Припяти найти. Так, ну что, черти полосатые? Дошли? Пас до последнего СГМ тайника? Есть контакт. Так, что здесь интересного такого? Делаем ставки, дамы и господа. Что здесь? Барахло или нормально? Короче, барахло. По-моему, это... Ага, мы можем даже подрихтовать бронекостюм свой, на всякий случай, отремонтировать. Давай только ремкомплектом, ну его баню. Больше у меня нифига нету. Все. Кажись, все. На этой стороне у нас нифига,
Вано, ну как ты, красавчик? Я ты тебе рад? Чего скажу. Плохое тут место для разговоров. Да ладно. Ты думаешь, на поверхности, что ли, лучше? Ну, на поверхность, ребята, мы с вами, наверное, уже пойдем в следующей серии. А сейчас традиционная рубрика «Передавание перевитосов». Хочу сегодня передать перевет Роме 18 Рус, троллер Мику обязательно перевитос с Караганды, Ивану Тюлькину, Михе Аладину, ну, само собой, за помощь в прохождении, Андрею Лихолетову, ну, и Олегу Фомино. Также хочу всех поблагодарить, ребята, за ваши просмотры, оценки и комментарии. А на этом давайте этот видосик закончим. С вами был я, старый-старый Сталк, с вами была Зона, с вами был Путепровод. А пока, ребята, всем пока и до встречи в Припяти. Если что...